Если верить записям, этот корабль был рядом с вуалью Персея, и им удалось найти какой-то артефакт. Они подняли его на борт. И потом... Это очень странно, Шепард. Они направились прямиком к вуале Персея, как будто хотели, чтобы геты нашли их. Что еще есть в записях? После этого записи путаются. Разум капитана деградировал. Здесь нет упоминания о том, что корабль вернулся на территорию людей. Геты превратили их в хасков и оставили здесь корабль, чтобы кто-нибудь их нашел. Хотели показать, что бывает с идиотами, которые попадают на их территорию. Если верить... Они... После этого записи путаются. Разум... Геты превратили их в хасков и оставили здесь корабль, чтобы кто-нибудь их нашел. Хотели показать, что бывает с идиотами, которые попадают на их территорию.